Чеширский кот. Программа о том, как устроен окружающий мир и как мы его познаем. Самые таинственные и неизведанные о науке и мире сегодня. Квантовый чеширский кот. Наверное, самым интересным и любопытным персонажем в мировой литературе является чеширский кот, один из героев книги английского писателя и математика Льюиса Кэрролла. Этот герой поражает своим умением появляться и исчезать в самый непредсказуемый момент, оставляя после себя лишь улыбку. И вот ученые физики задумались о загадке чеширского кота. Группа специалистов из Великобритании и Израиля провела так называемый эксперимент «Чеширский кот», направленный на изучение одного из квантовых свойств частиц. Одним из специфических законов квантовой физики является то, что частица может находиться в двух разных физических состояниях одновременно, наподобие того, как чеширский кот мог отделить от себя свою улыбку. Ими было предложено использовать метод слабого измерения для изучения парадокса квантового чеширского кота на примере нейтронов, тяжелых элементарных частиц, не имеющих электрического заряда. В ходе экспериментов проводили слабые измерения местоположения частиц, а также их магнитного момента — спина. Результаты эксперимента показывают, что система ведет себя так, как если бы нейтроны проходили по одному пути, в то время как их магнитный момент проходит по-другому. То есть коты-нейтроны находятся в другом месте, нежели их улыбки спины. Что если загадочная страна, куда попала Алиса, и есть прообраз квантового мира, впоследствии открытого физикой и предсказанного Льюисом Кэрроллом? С вами был любознательный Игорь Попов.